Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Работодатели задолжали кировчанам 11 миллионов рублей. Таковы данные проверок областной госинспекции труда за первые три месяца этого года. Всего было проведено 447 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это в два раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Причем большая часть проверок в этом году были внеплановыми по обращениям жителей области. В 84 случаях выявлены нарушения трудового законодательства, возбуждены 4 уголовных дела. Благодаря проверкам 170 работникам кировских организаций долги по зарплате были выплачены. Общая сумма выплаты составила 5,7 миллиона рублей. Программа «Экономика». В прокуратуре пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Он состоится 2 мая в зданиях областной прокуратуры и тер-отделений. Представители бизнеса могут прийти в ведомство и сообщить о нарушении своих прав. Также можно позвонить по телефону доверия 64 15 74. Такой день приема проходит в стране уже во второй раз. И дальше в первый вторник каждого месяца сотрудники всех структурных подразделений прокуратуры России, в том числе и Генпрокуратуры, будут проводить встречи с предпринимателями. Экономика на 101 FM. На одну вакансию в Кирове приходится 7 желающих. Таковы данные службы исследований портала по поиску работы HeadHunter. По сравнению с предыдущим годом, количество вакансий на сайте в Кирове снизилось на 20%. Количество резюме при этом возросло на 15%. Наибольшее количество резюме поступает в разделы «Добыча сырья» – 33 заявки на одну вакансию. «Начало карьеры» – 16 резюме. По 15 юристов и по 12 управленцев также претендуют на одно рабочее место. Наиболее востребованными сотрудниками на рынке труда Кирова по версии HeadHunter являются специалисты сферы продаж. На их долю приходится треть всех запросов местных работодателей. Вторыми по востребованности стали производственные работники, третьими – специалисты в сфере IT. Самый большой прирост новых предложений работы за последний год произошел в сферах автомобильный бизнес, медицина, фармацевтика, искусство, развлечения и масс-медиа. Доллар сегодня 55 рублей 85 копеек, евро 60 рублей 79 копеек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.